Здравствуйте, с вами канал NameDB. Простой человек не знает, что ждет его в будущем. И уж тем более он не может предугадать, что ждет человечество через 10, 20 или 100 лет. Однако порой в наш мир приходят непростые люди. Они видят и знают больше, чем остальные, и могут рассказать о будущем всей планеты на сотни или даже тысячи лет вперед. Предсказатели делятся своими пророчествами с потомками. Да, порой специалистам приходится долго ломать голову над тем, как расшифровать их послания. Но в итоге мир узнает очень ценную информацию, способную изменить будущее всей планеты. Болгарская ясновидящая Ванга, жившая в прошлом веке, известна всем. Она сделала немало пророчеств на многие годы вперед. В ее прогнозах можно найти информацию и на 2023 год, и приняв ее предупреждение во внимание, многое еще можно исправить. Начало смещения орбиты Земли. Наша планета не сойдет с оси и не изменит полярность полюсов за один год. Однако в грядущем году ее орбита может сместиться на 6 градусов. Учитывая, что изменения климата и так уже идут полным ходом, это событие может их еще больше ускорить. Попытки человечества остановить парниковый эффект и глобальное потепление пока не увенчались успехом. И уже сейчас нужно разрабатывать новые методы и способы сохранения всего живого на Земле. Для многих 2023 год не наступит. Здесь речь не идет ни о каком конце света. Просто этот прогноз как бы дает нам представление о том, что будет предшествовать 2023 году. Предсказательница говорила о том, что миллионы людей со всего мира станут жертвами страшной эпидемии и военных действий. И действительно, за последние несколько лет погибло огромное множество людей. Чего только стоит эпидемия коронавируса. Ведь буквально за полгода погибли миллионы людей. Да и военных конфликтов в мире хватает. Они продолжаются и сейчас, ежедневно увеличивая количество людей, которые не смогут встретить этот Новый год. Предсказания для русского народа. Ванга оставила прогнозы не только для всего мира, но и для нашей страны. Ясновидящая предвидела, что благополучная и размеренная жизнь русского народа внезапно оборвется, и придет война, которую никто не ждал. К сожалению, именно так сейчас и происходит. По словам ведуньи, после многочисленных потерь и тяжелых переговоров мир будет восстановлен, а Россия расцветет, станет еще сильнее и могучее. Ванга писала о том, что этот военный конфликт перекроит карту мира. Многие страны Европы вернут себе земли, принадлежащие им испокон веков, и лишь после этого все сложат оружие. Падение господства Америки. В наше время именно Соединенные Штаты считаются самым сильным и влиятельным государством мира. Эта страна обладает огромным влиянием, а ее президент считается чуть ли не главной персоной в мировой политике. Америка управляет другими государствами, заставляя их строить внешнюю и внутреннюю политику так, как нужно им. Это главный инициатор военных конфликтов во многих странах. Но, по словам Ванги, скоро ее господству придет конец. Еще 100 лет назад она твердила о том, что вскоре усилится влияние Китая, которое она называла «красным драконом». Даже за последние 10 лет уровень его развития просто поражает. Он значительно выше, чем у любой другой страны. И с каждым годом Китай становится все влиятельнее и влиятельнее, постепенно затмевая нынешнего мирового лидера. И интересно, что Ванга предвидела еще и падение американского доллара, а также потерю его нынешних позиций на мировом рынке. Рак будет исцелен. Онкологические заболевания в наши дни встречаются очень часто. В большинстве своем опухоль дает о себе знать на тех стадиях, когда современная медицина уже не может гарантировать, что болезнь удастся победить. Чаще всего люди до последнего борются за жизнь. Ванга писала о том, что ученым удастся изобрести лекарство от рака, причем именно в 2023 году. Разработка этой вакцины длится уже не один год,
Многие компании набирают экспериментальные группы онкобольных, на которых испытывают свои чудодейственные препараты. Пока результаты еще не идеальны, но вполне возможно, что уже в следующем году весь мир узнает о вакцине, способной убить раковые клетки и вернуть человеку здоровье. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!